Агропромышленный комплекс играет ключевую роль в структуре экономики Курской области. Одно из приоритетных направлений – животноводство. Региону удалось достичь значительных успехов, и теперь мы занимаем ведущие позиции не только в ЦФО, но и по стране в целом. В 2021 году местные животноводы произвели 603 тысячи тонн мяса. Хорошие показатели и в других направлениях. На сегодня работает порядка 15 молочных площадок. Мы по итогам прошлого года собрали 358 тысяч тонн молока. Это значительный успех. И у нас большие планы на следующий. Этому способствует также реализация по итогам прошлого года ввод молочного КРС в Железногорском и Фатежском районах. Всего на территории региона действуют 135 животноводческих площадок. Обеспечение продовольственной безопасности на высоком уровне, подчеркнул Роман Старовойт на встрече с главами районов и руководителями профильных комитетов. Земли Курской области, по сути, были брошены, заросли бурьяном. Сегодня нет ни одного квадратного метра. Даже в полосах отвода у нас автомобильных дорог сегодня работают фермы. Настолько востребована земля. И существенно обновился парк техники. В том числе благодаря этому на сегодняшний день потребительский рынок области более чем на 70% состоит из продовольствия местных производителей. Ангелина Яхонтова, Геннадий Воробьев. События дня.